Ведь мы все с детства знаем, что ртуть очень опасна, и когда видим что-то похожее, то становится немного страшновато. Я, наверное, единственный ютубер, кому прислали сначала золотую, а потом серебряную кнопки. А вот мое отражение в кнопке. Всем привет! Мне тут недавно в комментариях предложили сделать фонтан из галлия. Я бы, конечно, попробовал, но галлий очень дорогой, зараза. На Алиэкспрессе 20 грамм стоит $12, а для фонтана нужен килограмм, не меньше. Но мне очень захотелось купить себе галлий, и я купил 200 грамм этого удивительного металла, который плавится в руках. Смотрите, сейчас он твердый и немного похож на серебро или алюминий, но температура его плавления всего 30 градусов, то есть этот металл ведет себя почти как сливочное масло. Давайте нальем горячей воды в миску и поместим туда емкость с галлием, чтобы он стал жидким. А пока он плавится, блин, как удивительно звучит, плавится. У меня в миске сейчас плавится металл, ха-ха, жесть. Ну да ладно, пусть плавится. А пока я расскажу вам, как я получал свои кнопки от Ютуба. Вы знаете, что когда канал набирает 100 тысяч подписчиков, то ему высылают серебряную кнопку. Вот такую. Но тогда, год назад, моя серебряная кнопка потерялась в пути, и я ее не получил. Представляете? А потом, через год, когда мой канал набрал 1 миллион подписчиков, мне прислали золотую кнопку. Вот она, недавно пришла. Тяжелая капец. Посмотрите, какая она огромная. Ее размеры 46 на 56 сантиметров, а весит она целых 7 килограмм. Я просто боюсь ее цеплять на стену. Если она упадет, то может кого-то убить. Короче, самый прикол в том, что мне сначала пришла золотая кнопка, а потом уже мне продублировали и прислали серебряную. Я, наверное, единственный ютубер, кому прислали сначала золотую, а потом серебряную кнопки. Вот такая история с кнопками. А тем временем, пока все еще плавится галлий, можно провести пару боев на танках в War Thunder. Ребята, я реально подсел на эту супер игру. Тут очень реалистичная графика и звук. Очень прикольно, что есть рентген во время попаданий. Кроме танков, тут можно сражаться и на самолетах, а скоро появятся и корабли. War Thunder — это бесплатная игра и пойдет на любом компьютере. Регистрируйтесь по ссылке в описании и играйте. Вам очень понравится. Я гарантирую. Как вы поняли из названия, я решил сделать копию серебряной кнопки из галлия. Для начала мне нужно разобрать рамку и достать серебряную кнопку. Заодно и посмотрим, как сделана эта кнопка. Ну вот, осталось раскрутить два болтика, и кнопка будет у нас в руках. Ого, Made in USA, это серьезно. Вот она, наша серебряная кнопочка, как зеркало. И на ней сразу остаются отпечатки пальцев. А вот мое отражение в кнопке. А тем временем галлий уже, наверное, расплавился. Давайте откроем баночку и посмотрим. Да, смотрите, он жидкий. Как будто ртуть, аж страшно. Ведь мы все с детства знаем, что ртуть очень опасна. И когда видим что-то похожее, то становится немного страшновато. Блин, нереальные ощущения, когда у тебя в руках расплавленный металл. Очень прикольная штука этот галлий. А теперь нужно сделать форму, в которой мы будем делать кнопку. Ну вот, форма готова, теперь сюда нужно залить галлий. Делать я это буду при помощи шприца. Ого, тяжеленький такой шприц получился. Когда я начал заливать форму, то вдруг понял, что галлия у меня не так уже и много, и может просто не хватить на кнопку.
итоге оказалось, что галлия таки немного не хватило. Ну да ладно, будет такая себе недокнопка. Смотрите, как прикольно выглядит галлий. Он реально как зеркало. Теперь все, что нам нужно, это просто подождать, пока металл застынет. Посмотрите, галлий застыл и стал твердым, реально как обыкновенный металл. Даже не скажешь, что еще недавно он был жидкий, и его можно было просто набрать в шприц. Давайте достанем наш слиток и посмотрим, что у нас вышло. Опля! Так. О, кнопочка! Тут немного пластилин прилип, и жаль, что немного не хватило галлия, получилась бы супер кнопка. Давайте сравним ее с настоящей ютубовской кнопкой. Слушайте, так из галлия получилось даже больше похожее на серебро, правда? Реально, как настоящее серебро. Класс, вот это настоящая серебряная кнопка. Только если ютубовскую кнопку опустить в горячую воду, то с ней ничего не случится, а галлиевая кнопка расплавится за минуту. Вот и нету нашей кнопочки. Теперь галлий снова можно набрать в шприц и залить в еще какую-нибудь форму. Хотите еще видео с галлием? Напишите в комментариях. Ну а на сегодня все. Всем пока!